За время работы школа иностранных языков ОКЕЙ накопила большой багаж методических, педагогических знаний, приемов работы. Преподаватели постоянно повышают свое мастерство, посещают семинары, мастер-классы, разрабатывают интересные игры для детей, формы организации уроков. В 2013 году наша школа заняла первое место в межрегиональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Урала Гема», на котором мы представляли Курганскую область в номинации «Услуги языковых школ». Нам, конечно, очень приятно, мы очень гордимся доверием, оказанным нам, и благодарим всех наших клиентов, которые вместе с нами участвовали. В школе обучаются люди разных возрастов, но особое внимание уделяется детям. Для повышения мотивации проводятся всевозможные мероприятия, встречи в языковых клубах, праздники. Ребята привлекаются к участию в международных конкурсах. Ежемесячно школа выбирает лучшего ученика. Основные критерии – это успехи в языковой практике, прилежание и хорошее поведение. Родители всегда желанные гости школы. Для них проводятся собрания и открытые уроки. Школа не прекращает свою работу и летом. Прошлым летом с большим успехом прошла языковая смена на базе санатория «Лесники», где 20 ребятишек совмещали отдых и занятия иностранным языком. В этом году будет организовано 3 таких смены. Кроме того, мы решили организовать городской языковой лагерь для тех детей, кто не может по каким-то причинам поехать за город. Лагерь будет проходить также на базе нашей школы. В течение 14 дней детки будут изучать английский углубленно и заниматься различными мастер-классами. Школа иностранных языков приглашает на занятия по адресу: город Курган, улица Советская, дом 128, офис 410.